Ну, на то есть свои причины, о которых чуть позже скажу. Хотя основная причина, очевидно, Сморгоне очень нужны очки для того, чтобы подняться в таблице и сохранить статус команды высшей лиги на следующий сезон тоже. Что же касается... в общем, сейчас мы наблюдаем за тем, как Павел Нехайчик открывает счет. Отличный удар. Отличный удар опытного мастера. И вот так буднично, прозаично Батэ выходит вперед. Ничего здесь нельзя предъявить Павлу Щербаченко. Он, пожалуй, все, что мог, сделал, но этого не хватило. И отбить удар-то отбил, но мяч предатель сместится. Его задумку Яблонский прочитал. Отдает мяч на Юсова. Громыко. В хорошем темпе развивается атака. Помешал немного Юсову Сигневич, но тем не менее удар по воротам наносится, и получилось бы опаснее. Не каждая атака в футболе завершается забитым. Набирает ход, перед ним есть пространство. Никто Павла не атакует. Есть возможность для удара по воротам. И снова Павел Щербаченко вступает в игру. Ну, он сегодня точно самый заметный игрок этого матча. Вот сейчас, когда позади уже 34 минуты. Вот ворот, подача и классный гол забивает Яков Филиппович. Очень похожий момент, еще не началась наша трансляция, был у Батэ в дебюте игры. Он остался без вашего внимания. Там тоже вот так от ворот закручивал мяч Павел Нехайчик с этой же точки. И, к сожалению, не помню, кто это был. Хороший удар получился, но мяч рядом со штангой прошел. Сейчас Филиппович был точен. И... Нечаев. Юсов. Нечаев. И Юсов на ударной позиции. Бьет в дальний угол левой ногой. Коснулся кончиками пальцев... мяча. Слева разгоняется Бондаренко. Мяч переходит на правый фланг. Много футболистов Сморгони в атаке. Нужно простреливать уже сейчас во вратарскую. И вот так Сморгонь отыгрывает один гол. Неудачный розыгрыш углового приводит к контратаке, разящей контратаке. И Кирилл Леонович с близкой дистанции отправляет мяч в сетку. Хорошо разбежались игроки Сморгони по всей ширине поля. Заставили растянуться немногочисленных. Один из немногих, если вообще не единственный. Тут не буду голословных утверждений делать, не знаю. Но в любом случае, один из немногих, как минимум, игроков из этой страны в чемпионате Беларуси. 3-1. Недолго музыка играла. Павел Карасев. Но, скорее всего, в протоколе этот гол будет обозначен как гол в свои ворота. Вывалился, по сути, один на один Карасев. Отправил мяч в дальний угол. И защитник в попытке прервать мяч, летящий, вероятнее всего, в рамку ворот, срезает его. Вновь удваивая перевес Батэ. Таким образом, вязка. Владислав Яцкевич, 17-й. Задизуку, 26-й. Владислав Каборта не видит вариантов впереди. Приходится сыграть на Карасева. У того уже есть больше пространства. Нехайчик еще правее должен отправлять. Прострел. И каким-то чудом мяч не касается никого из футболистов во вратарской площади Павла Щербаченко. Арбитр оставляет этот момент без внимания. Ой, какой пас! Какой пас! И положение вне игры.
Комара забежал за линию защитника. Давайте молодому голкиперу должное отдадим. Он не смотрел, что там с флажком рефери у кромки поля. Он стандартных положений привели сегодня к забитым мячам. И два не приводит четвертый. Николай Сигневич бьет мимо ворот, выигрывая верховую борьбу. И вот сейчас как раз Щербаченя мог бы получше действовать на выходе. Да, именно три, я не оговорился. Это именно гол, горняки. Еще раз повторюсь, уже говорил об этом. Такая плотность в верхней части турнирной таблицы, следом за Шахтером, что Батэ, конечно, нужно ставить большие цели перед собой, но и не помешало бы оглядываться на ближайших преследователей. Они совсем-совсем рядом, именно так. И пока как будто бы немного уснули, знаете. Может быть, эта картина изменится сейчас. Батэ большими силами пошел в атаку, бьет по воротам. Николай Сигневич. И в ближнем углу очередной, шестой, если ничего не путаю. Пытался обхитрить соперника, развернуться в неожиданный момент. Сделать этого не получилось. И атака с Маргони. Очень здорово! Какой момент для удара был у Дмитрия Сибилева. Киксанул по мячу, пятый номер. Не был готов к тому, что получит мяч в такой выгодной позиции. Буквально 14-15 метров до ворот. Бессмертный. Идет вперед. Юсов. Есть варианты. И классный пас. Проникающая передача на Сигневича. Тут тоже все по уму делал правильно. Но вновь Павел Щербаченя вступает в игру. Несмотря на три пропущенных. Конечно. Затем Яков Филиппович удвоил перевес. С передачи все того же Павла Нехайчика. Успешно игроки Батэ разыграли угловой. А вот через несколько минут уже разыграли неудачно. И спровоцировали опасную контратаку.